Опа, друзья, всем привет, на канале В поиске Клара Серега. Что, ребят, у нас сегодня такой интереснейший день, Сегодня мы будем испытывать B75 Frogman Cold Hunter B75 под водой. Вот он, красавец, у меня тут стоит уже, ждет своей участи. Сегодня надел панчошки такие вот, не водонепроницаемые, болотники, и буду испытывать этот аппарат. Посмотрим, что под водой, ребят, лежит. Мне, честно говоря, страшно. Он говорят, что он полностью водонепроницаемый, до 3 метров глубины погружения. Мне это страшно себе представить. Ребята, обязательно перед погружением надо проверить все заглушки, чтобы они были все закручены. Обязательно это надо проверить. Ну, не знаю. Ну, я рискну, прям кину его прям сейчас сразу в воду, даже не включая. Нет, давайте сначала включим. Включим. Вот так вот. И попробуем его в воду кинуть. Мне страшно, ребята. Что там вода набирается? Нереально вода набирается. Что-то булькает. Похоже, он утонул, ребята. Похоже, наш товарищ ушел на дно, друзья. Что-то воды набралось там, не знаю. Он булькает капитально. Ну, все работает. Пока что все работает. О, даже пищит что-то. Даже что-то пищит. Ребята, не, все работает, все нормально. Ништяк вообще. То есть можно смело начинать ходить. А то я уже испугался. Думал, сейчас утонет и все. Не, все нормалек. Так что давайте, ребята, пойдем в бой. Посмотрим, что у нас под водой можно найти интересного. Место такое прикольное. Красивое-красивое озеро. И Сережа с металлоискателем. Блин, рыбаки кругом ходят. Вернее, не ходят, а плавают. Там на лодке стоят мужики с удочками, видимо. Ну, что сделаешь? Ну, буду ходить. Погнали. Классно. Интересно, прикольно. О, сигнальчик, ребята. 64. Где-то вот здесь вот. Опа. Опа, 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 опа. Проверим. Все, достал. Что-то есть, что-то есть. Что-то есть. Так, смотрим. А монета, ребята, сразу. Сразу монета 50 центов литовских. Как в том году я тягал монеты с этим самым Т-90. И опять пошли монеты. Литовские 50 центов, ребята. Короче говоря, ходячка, которая ходила в 90-х годах и в начале 2000-х. 50 центиков. Классно, ребята, начало положено. Вот сюда в кармашек будем ложить. Опа. Как в копилочку. Оп, сюда. Опа. И застегиваем. Вот это мне уже нравится, ребята. Чувствуется сила. Ищет просто отлично. Сигналы идут четкие, конкретные. Это я уже ощущаю. Какую-то фигню несу, по-моему. О! Что-то было. Железо, ребята. Вот, двадцатка, видите? Пробивает 20. Ну, какая-то лажа. Железо какое-то. Надо немножко звук убавить. Так, вот у нас на плюс. Ну-ка. Это минус. Во. Как бы мне нормально слышно, чтобы сильно не шумело. Ну-ка. О, есть сигнал, ребята. Так, пинпойтер, пинпойтер. Вот здесь центр. Вот здесь центр где-то. Ну-ка. Проверяем. О, все, забрали. Реагирует на этот самый, на лопату, на скуп. Ну-ка, 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 ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ничего нету, ребята. А, не, вон 2 цента, по-моему, или 3. Тьфу, каких 3? Копейка, эти самые центы литовские, белые. Угу, 2 центика. 2 центика, ребята. Юпи, 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 юпи. Забираем в кармашек. Сюда чпок. Погнали дальше. Так, вот здесь что-то такое лежит. Ну, что-то такое крупное. Может, я банка консервная. Не знаю. Опа. Ну-ка. Все, забрал. Ага, не забрал. Не забрал, ребята. Сюда, вот так вот, опа. Пробуем. Не забрал.
Так, ждем, пока сойдет паника водяная. Видите, все в пыли, закоптилось. И надо подождать немножко, пока сядет муть, чтобы не видеть, что я копаю. Что-то такое глубоко, что ли. Понять не могу. Что это? Что это такое, ребята? Что это? Нифига себе. Кусок банки алюминиевой. Из-под селедки. Пока что на берег я временно. Не, решил все-таки звук прибавить, чтобы вам было хорошо слышно. Опа, опа, опа. Вот здесь вот что-то. Опа. Юпи, юпи. Юпи, 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 юпи. Проверяем. Угу. Косары 110 уровень. Пинпойтером надо пользоваться. Все, есть. Все, забрал. Пробка, вижу. Пробка, подарок из Африки. Вот она, ненаводочная. Забираем, забираем все в кармашек. Забираем, забираем все в кармашек. Забираем, забираем. Так, очередной сигнальчик у нас где-то вот здесь был. Так, уже потерял. Ну-ка. Угу. Это здесь. Где-то тутово. Косорыльство. Что-то я попасть не могу. Или попасть, или меня выпадает что-то постоянно. Все, есть, захватил. Сейчас аккуратно копнул. Не торопясь, и все, сразу захватил. Наверное, пробка очередная. Как хорошо, песок мелкий, вымывается. Монета, ребята. Монета, монета. 20 центов. Литовские 20 центов. Недавняя ходячка. Опять то же самое пошло все. Но, тем не менее, монетка. Все равно приятно. 20 литовских у центиков. Забираем сюда. Чпок. Опа, есть, есть. 93, нифига себе. 93. Подожди, сейчас солнце развернулось от солнца. 93-й сигнал, ребята. Вот это да. Такой мощный. Вот здесь вот что-то. Явно, что где-то вот, вот, вот здесь вот. Опа. Аккуратненько. Аккуратненько. Проверяем. А, не достал. Глубоко. Глубоко. Где ты там? Ну-ка, показывайся. Угу, вот здесь где-то. Все, есть. Есть, это реагирует на этот самый, на лопату, на эту металлическую. Подальше надо сразу уводить. Промываем, 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 промываем. Это большое, ребята, и такое алюминиевое, скорее всего. Так, так, так. О, монета здоровая, ребята. Здоровая монета. Тихо, 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 тихо. Тихо, мужики, тихо. Это не монета, это медаль какая-то. Это не монета, ребята. Это медаль. Лыжник! 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 Ну нафиг! Ребята, здесь, походу, раньше какие-то соревнования проходили по льду. Зимой. Катались лыжники, наверное. И какой-то охламон потерял свою награду, ребята. Ну как может быть четвертое место, смотрите, один... Б. Это римские цифры стоят. Четвертое место. Каким же надо быть лаптем, чтобы потерять свою медаль? Наверное, от радости набулькался и потерял.
Красота просто неописуемая. Ребята, доволен металлоискатель, вот от души говорю. Как он чисто работает под водой, стабильно. Я, конечно, с ним еще не нырял под воду, не опускался туда глубоко, не знаю, как там будет, но по воде вот так ходить, там по колено, по пояс, я говорю, это просто одно удовольствие. Настолько четко работает, никаких левых сигналов, никаких-то левых там пик, пух, пах, пух. Просто четко, стабильно работает прибор. Так что, говорю, рекомендую, ребята, если кто захочет по воде, цена, качество, по земле, по воде. Пожалуйста, стоит сколько там, 28 тысяч, по-моему, 20... я не буду сколько врать, ребят, назовите на сайт, посмотрите, по промокоду еще скидка дается, в поиске кладов промокод вводите, там пару тысяч еще скидку дают, так что я рекомендую, вот от души я взял и просто вот хожу, наслаждаюсь, ребята, лыжник какой-то, не говорю тихо, потому что, ребята, не хочу кричать, ну, блин, потом эти рыбаки еще там ходят по лицам, типа, а что он там делает, а что ты ищешь? Что волнует тебя, что еще Сереженька любит купить? Я скажу, что вообще нырну сейчас под воду и буду плавать здесь. Что тут у нас такое? О, 5 центов, ребята. Крупная алюминиевая литовская монета. Забереем. Оп. К медальке туда. Так, друзья, вот здесь у нас сигнальчик проходит. Где-то вот здесь под Камышинкой. Под Камышинском. О, вот, смотрите, я ее насадил. Пипец, смотрите, пипец. Банка алюминиевая, крышка вернее. Кто-то, наверное, запускал летающую тарелку в воду. Какой-то придурок. Забираем мусорку, ребята. О, ребята, смотрите, что это такое. Что это за байда такая? Какая-то заколка, что ли, была? Что-то такое было. Значит, пляж тут был. Ну, конечно, был тут пляж, ребята. Песочек раньше был. Сейчас подзаросло, потому что на берегу очень много монет было. Я когда копал, очень много советских монет. А что это такое? Ну, какая-то заколка была. Смотрите, она защелкивалась вот так вот. Чпок. И, видать, волосы женские держала, скорее всего. Протрясочка. 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 О! Ребята, 2 евро. Нет, 2 лита. Я думал, 2 евро. 2 лита литовская. Смотрите, какие блестящие в воде отполировались. Прикольно. Такой валяется, ребята, вот возле берега. Так, о, трансформатор, ребята. Он даже написано. Трансформатор. Трансформатор тока. Советский. Сделано в СССР. Офигеть. И2, Л2. Ну, кто-то использовал, наверное, как груз какой-то. Может, на донку или... Какую донку нафиг? На резинку, скорее всего. Вряд ли на лодку. Что-то он веса никакого так не имеет особо. Алюминиевый? Ну да, алюминиевый, ребята. Чисто дюралюминиевый или алюминиевый. Надо разобрать будет. Забрать обязательно. Так, пока положим вот здесь вот. Вот так вот. Потом заберу. Алюминий я собираю. Алюминий. Алюминский. Покажу вам, друзья, еще две находки. Мы тут выскочили в камышах. Тут ползал. Было очень неудобно. Прям по камышам, смотрите, какая блесна интересная. Прикольная, да? Ребята, блесенка. Не знаю, советская, не советская. И еще была такой вот грузила. Грамм на 20-30 на донку. То есть такие вот рыболовные снасти пошли в камышах уже. По камышам начал шариться. По камышам тяжелее ходить, ребята. Мой прибор падает. Пок. Ушел на дно. Смотрите, полностью его погружаю, все, по барабану ему. О, ништяк, рыбакам подарю, знакомым. Поставим металлоискатель, называется, он у меня упал в воду. Ребят, что такое лежит, очень похожее на весло. Тут, по-моему, даже ручка видна. Сейчас достану, подождите. Ой, надо рукав немножко засучить. Вот. Ну-ка, давай. Не знаю, весло, не весло, смотрите, ну палка такая вот прямая. Не весло, ребята, просто палка. Какое нафиг весло? А может, и весло было какое-то. Такая прикольная палочка. Нафиг ее отсюда. Я думал, весло какое-то.
Но это оказалось не весло. Иди сюда, куда-то утонул. Так, ребят, мы тут сигнал проходил. Вот он. Такой тонкий-тонкий. Интересный. Может, банка опять консервная какая-нибудь. Кто его знает. Аккуратно, аккуратно, Сережа. Не торопись. Все, достал? Не, не достал. Конечно, не достал. Потому что тороплюсь. Так, вот здесь зайдем с другой стороны. Вот здесь вот где-то. Вот так вот. Хёп, хёп, хёп. Давай-ка, машина мешается, все мешает. Аккуратно, подожди. Подожди, Сереженька. Что-то почегарился, что-то. О, достал. Достал, ребята. Достал, достал. Ты меня достал, уже достал. О, монета, ребята, монета, монета большая, 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 тихо, по-моему, монета, или опять медаль. Монета, ребята, Елизавета или Екатерина, офигеть, офигеть. Вот это да, ребята, я даже такой в лесах не находил ни разу, в воде нашел, представляете? Не находил в лесу ни разу, в воде нашел. Фух, тихо, это у нас копейка, по-моему. Копейка, наверное. Обалдеть, ребята. То ли Елизавета, то ли Екатерина. Я не знаю, них вообще не разбираюсь. Рыбаки не видят, как на ладони стою, как придурочный, блин. Ты во всем виноват. Хорошая находка. Хороший. О, 1769 год. Даже вижу год, ребята. 69-й. Забираем копеечку. Сюда. Щепок. У меня, кстати, находка еще была одна. Я вам показал. О, посмотрите. Грузик. Грузик выскочил только что тоже. Рыболовный. Ой, красота, ребята. Благодать. Прям на солнце снимаю. Можно было бы не снимать на солнце, надо снимать так, чтобы против солнца, чтобы все ребята видели меня, красивого Сережа. Так, это что такое тут у нас лежит? Ну-ка. Бутылка, что ли? Ого. Древняя бутылка, ребята. Смотрите, как она вся заросла. Ранняя советская. Из-под водки. Из-под вина. Ну, еще, видите, не на закрутке. То есть шла именно вот эта самая пимпочка какая-то. Прикольная. Надписи никаких нету. Ничего нету. Ничего нету. Так, сигнальчик у нас. Он такой тоненький. Вот где-то вот тут, ребята. Там катило и сигнальчик. Прям под камышиной какой-то. Ну-ка, может быть, и выкопал. А-а. Естественно, что нет. Естественно, что Сережа косой. Ладно, зайдем с другой стороны. Зайдем с другой. Ой. Что-то так громко. Что-то громко где-то наверху, наверное. Или большое что-то. Банка консервная, ребята. Ёшкин, матрёшкина. Ну, куда она мне тут, а? Только банки консервными еще не хватало. Ну, где тут что? Ребята, вот эта находка. Тут находочка, смотрите. 20 центов ранних 20 центов. Смотрите, они отполированы. Пипец просто в воде, отполированы полностью. Вот эта находка, ребята. Даже в такой воде можно. Кругом рыбаки. Классная находка вообще. Просто обалденная. Блин, даже вот такого не ожидал точно, ребята. Б-75. Рулит по полной программе. О, какой дружок ко мне на руку сел. Смотрите, ребята. Какой дружочек.
прилетел со мной вместе походить по воде, покопать. Ну, лети, лети. Ну, лети, что ты? Эй. Не хочет летать, а? Красота какая, ребята, на озере благодать. Знаете, я далеко от берега отошел, видите? Далеко. Моя танга, 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 танга. Моя танга, танга, танга. Вроде здесь. Да, достал. Да, что ты не можешь. Моя танга. Наверное, 5 центов литовские. Да, вон 2 цента лежит, ребята. Вот она, двушечка. Достали они уже эти двушки. Говнюшки. О, спасение рядового Райна. Смотрите, друзья. Ну, куда ты тонешь тут? Подожди, сейчас я тебя спасу, я тебя спасу, я тебя спасу, спасу, спасу. Но больше не попадай в воду. А то я сейчас уйду, и больше спасать будет некому. Иди, крылышки суши. Давай. Куда ты? Куда? Дурак! Дурак! Куда ты? Куда ты полетел, дурак? Даже надо было так бутылку запихнуть, а? Еще бутылка такая интересная. Премиум бир. Вот это уже что-то другое. Это уже точно не железо. Проверочный. Контрольный, так сказать. Нету ничего. Опа. Вот, смотрим, что у нас тут есть. Щук, 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 щук. Ничего не вижу. О, монетка, ребята, монетка желтенькая. 3 копейки, вижу. Вижу, что 3 копейки. Герб. Отполировано тоже водой. Конкретно, четко отполировано. Ладно, всё, на сегодня надо завязывать. Будем подводить итог сегодняшнего копа с B75. Супер металлоискателем B75. Gold Hunter. Выключаем. Не, мне по воде очень нравится ходить, ребята. Я просто реально тащусь. По воде интересно. Так. Кто там прилетел опять? Кто-то прилетел. И самое интересное, что комаров зато нету. Ходишь спокойно, только стрекоза и все, но они хоть и кусаются. Комаров нету, вот в чем кайф. И прохладненько ходишь по водичке, наслаждаешься. О, вообще удовольствие. Ну что, друзья, смотрим, 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 что у нас сегодня накопали мы. Так, вот медалька-то, конечно, вообще зачетная, очень классная монета. Тут была царская Елизаветина, то ли Екатерининская, не знаю, не разбираюсь. 20 центов, зачетная и интересная очень была. Снасть рыболовная такая вот, блесна, как не рыбак, так не разбираюсь, но вроде как самодельная, очень похожа. И монет, очень много монет таких недавних ходячих, как всегда под водой, их очень-очень много попадается. Видать, люди швыряли, бросали, не разбрасывали, я не знаю. Ну, что могу сказать, ребята, рекомендую в магазине Антиквар 32 приобретать такие вот металлоискатели. Стоит... Ну что я могу, ребята, сказать? Рекомендую покупать такие вот металлоискатели. То есть по земле и по воде просто замечательно, сногсшибательно, восхитительно. На сегодня все, друзья, вы были на канале В поиске кладов. Ссылка стоит в описании под видео. Пока.